Президент отказался от вступления в мировое партнерство правительств, тем самым еще раз продемонстрировав, что он очень осторожно и продуманно подходит к принятию тех или иных решений. Конечно, мы все должны стремиться к общественному контролю, к повышению роли гражданского общества в принятии важных решений, к прозрачности в документообороте, но очень немного времени прошло с той поры, когда мы начали заниматься вопросами открытого правительства. Еще даже не внесен в Государственную Думу проект закона об общественном контроле. Он только еще разрабатывается, и там есть серьезные замечания, которые не позволяют ему быть внесенным. Поэтому я думаю, все равно мы к этому придем. Мы к этому должны стремиться. Чем более прозрачно, открыто будут работать наши чиновники, и чем больше будет возможности через современные средства связи контролировать эту работу и видеть, где происходит задержка, тем быстрее мы начнем эффективно бороться, в том числе и с коррупцией.